have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Офигеть, что там происходит за дверью? Не обращайте внимания на то, как я выгляжу, мы не в Майнкрафте, не надо! Мы с вами находимся в Horrific Housing, и я Крип, а там на улице происходит что-то непонятное. Вообще какие-то звуковые эффекты, я не знаю, что такое, короче, я только успел... Раунд только-только начался, это был один из первых эффектов, который сделал меня Крипом. О, метель закончилась. Там была метель, ха, круто. Так, минутку. Итак, у нас есть вода. Честно говоря, я не помню, чтобы я раньше хоть раз видел воду. А почему у тебя вообще снег, когда везде вода и лето? Потому что у меня снежный островочек, это мой кастомайзер был еще с зимы, и он мне нравится, я хочу, чтобы у меня всегда был снег. И это... А как тебе мой домик? И фейерверки. Как тебе мой домик? Где? Ну вот, я прям... А, да, у тебя пляжный, у меня снежный, нормально. Да. У тебя там доски для серфинга, у меня тут это... Да. Котел с ведьминым зельем и снег. Еще, по-моему, печенюшки внутри. У меня тут деревянный домик. Мороженка? Ее не есть, наверное, да? Ну, есть, конечно же. Зачем? Я не буду. Ну, почему? Это ловушка, я не хочу. Чувак плавает. Почему чувак плавает? Почему? Серьезно, он плавает, я тоже хочу. О, да, плавать можно. Поплавай. Смотри, как плавать. Ой. А вдруг крипы плавать не умеют? А я бессмертный, что ли? Смотри, я плаваю, а люди умирают, как только воду бросает. Ты можешь так людей подставлять, знаешь, такой, эй, пойдем купаться. Бум! И все. О, тут пингвин плавает, тут пингвин плавает. Да я видел только, что он передо мной нырнул. Я подумал, что он утонул на минуту. Слушай, кажется, все могут плавать. Я не хочу. Ну, давай. Блин, мне дали пистолет. Мне нужно тебя убить, или я умру. У меня там лайфлинк есть. Слушай, может, я убью того чувака? Тогда ты умрешь не от меня, а от того-то, что... А, я утонул. Стоп, ты... Как только ты... А, нет, ты убил того чувака, я взорвался, я не утонул. Я его не убивал. Там было написано, что убийство того чувака сделал так, что я взорвался. Там пиратский корабль, круто. Тут вообще снег, дождь. О, у чувака иглу. Иглу чувак... летом. Да, дом превратился в иглу. Вообще, вот тот кораблик пиратский, это обе суперсложные, которые тяжелее, чем... Да. Я, наверное, не пойду. Не, ребят, не то чтобы мне лень, просто у меня отдельная... Я подплыву к вам. Я говорю, что я не пойду с тем, что я... А, спасибо. Привет. Вот, у меня просто отдельные проблемы с паркуром в Роблоксе. Ну, вот, как бы, да. Я не знаю, почему, но именно вот это получается у меня очень криво, забирает у меня очень много нервов. Там, например, в арсенале был паркур, который нужно было пройти ради пары вещей. Я очень долго мучился, на самом деле, прошел, но потом психанул, у меня случился Роблокса нервный срыв. Прикинь, тут только что такой случился, да что? Оказывается, я только один умел плавать. И тот парень просто задохнулся в воде. Круто. А я один. Так, есть стек, есть линеечка и есть рапид. Что за рапид, я не знаю. Рапид — что-то ускоренное? Это ускоренное, да. Пойдем, попробуем. В общем-то, я такой плавал в воде, пытался, чтобы ты на меня внимание обратил, потому что я прям тут в воде был. И парень такой смотрит, получается, я тоже умею плавать. Бульк. Прыгнул в меня, и утонул. Свечал, и утонул, и умер. И я погиб. Нормально. Так, мы все-таки остальные ребята выбрали стек, поэтому пойдем... почему? Второе голосование? О, давай пиксели. Скаттерд, что ли? Давай пиксели. Или... Какое, что? Ну вот, пиксели. Вот это? Стад? Да. Хорошо. Это должно быть очень весело. Все будут жить на одном пикселе. Любой чих, и ты упал. Вообще, я до сих пор могу плавать. Я хочу плавать.
В общем, летний апдейт, который завезли, я так понимаю, превратил бездну... Да блин, что да. такое? Я не буду голосовать. Что выберете, то выберите. Я хочу пиксели. Нет, не будет пикселей, все. Есть one plate. Прикинь, one plate. Один дом и все. Да, да, да. Давай я проголосую за это. Задолбал. Ой, именно сейчас, начинаем через 5, 4, 3, 2, 1, 0. Да. Какая линия? Линия. Ну, хорошо, линия это не самое плохое, что может быть. Можно ходить к соседям. А я могу до сих пор плавать? Салют! Если кто-то умрет, их плита исчезнет. А-а-а, вот как это работает. Ну, чувака, машинка прикольная. Так. Как только я захотел поплавать, я задохнулся, его тело ментально не умер. Может, у тебя просто было... О, блин, смотри, у меня... Ай, блин, такой кадр был. В ведьмином котле варилась ведьма. Ну, ладно. Котре. Кистень. Костюм, блин. Так ты это, отъехал, да? Ну да, я отъехал, когда захотел поплавать. О, а что это у меня? У тебя мина, ты можешь ее бросать, и кто-то будет подыхать. Плохая штука, знаешь. И что, она прошла мимо мины и не лоп... Да! А почему она меня задела, офигеть? Она всех задевает, это атомная бомба. Окей. Я вижу этот взрыв под символом, но меня еще не прошел. Он такой был. Я в лабиринте. Сейчас. В лабиринте? А-а-а, нет! Тан-т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 ан. Так. Я ненавижу это просто. Да какая фигня, подожди, я же просто воду хочу. А, у нее снайперка! Просто прыгай, блин, это же единичная уточка, это ивент. О, у чувака тут коллекция мечей внутри. По мне сам стреляет. Я выживший. Нет! Остров исчез, на котором я стоял. Я... Там была эпичная уточка. Там, да, вон она, эпичная уточка. Погоди, это не Санс по мне стрелял, это уточка по мне стреляла, да? Да. Я думал, это Санс по мне стреляет. Санс уже прошел, это просто уточка прыгнула, не подумал. Блин, я хочу... Уточка всех убила. Блин, нас убил босс. А! Кто-то читер. Кого-то читером, кто умел плавать. Ну вон, чувак умеет плавать, да. Кстати, я уровень получил так-то по-хорошему. А, мне кажется, или они немножечко подкрутили систему уровней, потому что я зашел, у меня был 5.5, потом в течение прошлого раунда я получил экспу, и в этом раунде я получил экспу. Раньше экспу было получить крайне трудно. У тебя какой уровень? 40. Я еще хотел спросить, а какого фига у тебя 5-й левел? Потому что я мало выигрываю, например. Раньше просто экспу можно было получить только за выигрыш, и... О, пиксели, давай пиксели. Это была проблема. Голосы за пиксели. Там вон у девчонки этот ник Cool Banana, крутая бананка. Крутая банан. Да, но она девушка, поэтому она крутая бананка. Звучит как какой-то аксессуар. Да-да-да. Бананка. Бананка, бананка. Да. Стан, вот ты хотел, на, пожалуйста. Пиксели, я люблю. Кушайте, не обляпайтесь. Надеюсь, знаешь, я уже не хочу лазить в воду, мне страшно. Я не хочу в воду. Ла-ла-ла. Знаешь, любой что? Чих. Твои игрока будут связаны с жизнью. Нет. Знаешь, что мне это напоминает? А? Блин, а я же повернулся в эту сторону. Жизнь Пи. Я не понял. Ну, те, кто смотрел фильм, те поймут. Жизнь Пи. Мне тут только тигра не хватает. Но когда ты прав, то я тигр. Значит, у меня есть тигр. Все, круто. Я
Тын. О, у кого-то появилась взрывная мина. А, у кого-то появилась лайфлайн. Опа, чувак допрыгался. У одного игрока есть ангел-защитник. Я. Смотри, в общем-то, как только ты умрешь, это моментально возродишься. Да, у меня есть ангел-защитник. Чувак пишет «ду», и вот это вот, ну, короче, чтобы танцевать. А что это такое там появилось красное? Это магазин? Да, это магазин. У кого-то появился магазин? В общем-то, вот что делает герой. Танцы? Да. Еще есть. Танцы, танцы, танцуют девчонки. Так, он еще чувак есть. Дебает. Ха. Вот, еще теперь я танцую робота. Ага. Тан-тан, тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А робота как писать? Просто робот. Е-робот. Слэш Е-робот? Да. Так, у нас вот так. Слэш Е-робот. Вот, это прикольно. Я надеюсь, я не упаду таким образом. Он тут ходит туда-сюда. Не упадешь. Надеюсь, что кул, банан, АФК. А, нет, не АФК, нет, не падай. Блин, это прикольно, я ни разу не видел. Это какая-то новая фишка, которую добавили, я не видел ее раньше. Нет. Блин, не взрывай эту фигню, иди нафиг. Она мину поставила. Да, она поставила мину. Ну все. Знаешь, в чем прикол? Это же у тебя сет движения робота. Да. Вот тебе эта штука на самом деле подойдет. Я, кстати, тоже думал, может быть, я стал каким-то зеленым. Werewolf. Werewolf. Кто-то стал оборотнем. Смотри, посмотри. Ну-ка. Битва с снежками. Кидайся во всех снежками. Что это было? Ты сказал во всех, я во всех и кидался. Какие умные? Что это было? Ну, у тебя был лайфлайн с этой девчонкой. А, блин. Пол банана. Это прикольно. Так, какие там еще танцы, которые я помню? Остался чувак в банке, что ли? Выиграл. О, есть еще это же. А кто выиграл? Я без понятия. Соса Хоуп или я, или кто? Нет. Я без понятия, кто выиграл. Я просто опять хочу пиксели. Давай. Весело, смотри. Пиксели. Так, надо вспомнить еще танцы. Танцы до упада. Тыц, тыц, тыц. Так, по-моему... Да, так, вот я вспомнил. Где ты? Почему я не в раунде? Я вижу огромнейшее яйцо. Я не в раунде. Вы не офигели. Я вижу огромнейшее яйцо. Мне неприятно. Сейчас я пошел за тобой наблюдать. О, у меня есть конфета. Да. Стоп, у меня сахарная лихорадка, я супер быстро бегаю и прыгаю. А нет, нет! Ходыш. Я тебя ненавижу, ты ненавижу. Утка! Именно в этот момент уточка пришла. Битва с уткой. Я хочу подраться с уточкой. Ты что, утка-ненавистник какой-то, что ли? Что ты так на уток кидаешься? Этот парень просто взял и убил меня. О, у чувака пистолет. Учуихи. Ниса патрон. Убивает всех вокруг. Без регистрации и СМС. Плавать, оказывается, можно было. Кого? Там, оказывается, плавать можно было.
Но она сейчас выиграет. Это нечестно, понимаешь? Ей просто пофигу, то что кто-то может получить офигенные вещи с помощью ивента. Она просто все равно сохранила. Да. А утку надо вот этими шипами мочить, да? Да. Ты надеваешь ботинки со шипами, мочишь утку. Она утонула. Остался последний чувак. Все, я написал карту. Ага. И... Блин, и он тоже слился. Да. Ладно, вот, меня не взяли в этот раунд, но этот раунд был короткий. Еще и... один танец. Так что ладно. Надо просто брать стандарт, потому что там как раз суточка и легче всего драться. Суточка? Да. Целые сутки уйдут на то, чтобы ее убить. Суточка. Я хочу рапид посмотреть. Спешку? Давай спешку. Это, знаешь, голосование — это сование своего голоса куда-то. Голос — сование. Да, голос — сование. Так, что? О, нет! One plate! Нет! Оу, oh, no! Я все равно хочу подраться с уточкой, но по-нормальному. Черт! Надо их срочно скидывать! Срочно скидывать! Скидываем, скидываем! Нет. Да. Надо их... Да хватит, придурки! Ой, да ладно, давай я с вами в домик пойду. Знаешь, что самое первое? Чувак говорит, это мой дом. Извини, лягуш, но мы к тебе, короче, это да. Ой! Ай! Нет! 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 За что? О, слушай, слушай. До свидания. There is no escape. Классно. Нафига ты решил выпрыгнуть оттуда? Что ты ожидал? Там кроме тюрьмы, за этой тюрьмой ничего нет. Это вообще Алькатрас. Отсюда никто никогда не сбегал. Я ожидал приземлиться на палку и тюрьмы. И плавать на ней потом, да, на серфе? Я ожидал просто на ней весь раунд стоять какого-то фига. И тут разрабы такие. И она какого-то фига отвалилась. А, просто не спрашивай. Я хочу понаблюдать. Просто, блин, не спрашивай, что здесь происходит. Это такой трешак редкостный. Так, хорош меня толкать. Я сейчас лежу за тобой. Ну, я вижу то, что тут происходит какая-то фигня. Фух, я посижу в доме. Я не знаю, там сверху творится что-то непонятно. Хватит меня толкать. Ого. Это такой что, сильный? Блин? Дом разваливается. В общем, ты сюда упал метеорит, и всё. Нет! Понятно. Да. Метеорит всех помирил. Да. Ахахаха, давайте без one plate. Слушайте. Тут такая штука случилась странная. Я, в общем-то, такой убежал, такой, ахаха, я буду выше всех, меня никто не тронет. А тут... Бам. Да. А тут бам. А тут палка упала, и я прям воду затокнулся. Палка упалка. Ну, блин, ну что это за такой сюрприз? Что это за нежданчик? Зачем разработчики это сделали? Те еще равшаны строили эту тюрьму такой, знаешь, только стал на перекладину. И все. Так, лайн. Хорошо, лайн это нормально, лайн это весело. Нет, лайн это не очень весело, но нормально. Самое веселое это пиксели. Едем дом. Салют. Если кто-то умрет, то... Ну, салют, вот, спасибо. О, машинка. Яйцо. Ой. Батут! Гипопатут. Уй, уй, уй. Пойдем со мной на батуте прыгать. Он бесконечный, не бойся. Ну не? Уй. Там уй, кто-то с мечом. Уй. Ну ничего, ничего, он уже не сможет сюда перейти. О, батут превратился в иглу. У меня мой дом превратился в иглу. Уйди, лягуш. Так
хочешь побыть в моей игре? Да иди нафиг, говорю, блин, вот же олень. Лягушка, ты олень! А лягушка олень? О, все, я сейчас в своем иглу. Никто сюда не сможет ко мне забраться. Только чувак с мечом, который ходит и убивает всех, а так да все нормально. Он не сможет, он все время будет прыгать. О, я крипер! Эх, в моем иглу так безопасно. Все так хорошо. Я убил двоих. Это классно. Здрасте. Мне нравится в моем иглу. Следи за мной, у меня офигенно выгло. Класс. Давай, я не против. Так. Я предполагаю, вот. Что они сейчас задохнутся в воде. Чувак упал, да? Black Hawk down. Да, у тебя, слушай, так довольно уютно. Я сорвусь через одну минуту. Надо быстро этого чувака убить. У него есть зелье. Тут есть лабиринт. Надо просто срочно его как-то попытаться убить. Взорвись рядом с ним. Очевидно. Он же не знает, что ты взорвешься? Нет, не знает. О, Acid Rain. Или же он умрет в кислотном дожде, потому что я знаю свой иглу. Лучше я буду говорить. Силкерс. Ну-ка, давай посмотрим, что из этого всего получится. Так, я взорвусь через 10 секунд. У тебя жизни вообще не осталось, офигеть. Бабах! Так, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Я слышу эти 4, пики вместо тебя. 3, 2, 1. Бабах! Квак! Он от тебя ускакал, черт! Ладно, ребят, в общем, такое сегодня у нас получилось безумие. По-моему, было прикольно, по-моему, было хорошо. Приходите сюда, я думаю, вам тоже будет весело и хорошо. В голосовалке я, пожалуй, участвовать не буду, потому что мы уже выходим. Спасибо, что были с нами. До встречи в остальных бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. Всем алэржик. Всем покеда.